Итак, друзья, продолжаем нашу серию обзоров. У нас Куб Эгри на притоповой трансмиссии Shimano Ultegra D2. Электронная. Все как мы любим. Тут у нас, получается, расположился аккумулятор, который питает непосредственно всю электронику на этом велосипеде. Велосипед на вибрейках, на ободных тормозах. Обода у него тут стоят фулькрум. Ну и самое главное, я думаю, вы сами заметили, это размер данного велосипеда. Он идет не стандартом, 62 размер, очень большой для высоких людей. Вот, а таких, как правило, меньшинство. Ну и в принципе, по аналогии, как с другими байками, я вам порекомендую, конечно, переставить этот велосипед на карбоновые колеса. Лично я бы так сделал, потому что байк превращается... хороший гоночный аппарат. В целом, байк обычный шоссейник, ничего сверхъестественного здесь нет. Если вы хотите услышать чего-то больше от этих обзоров, можете написать в комментарии, по каким критериям еще бы вам пройтись по этим велосипедам. Вот. Но в целом, я подвожу к концу. И как всегда, если вам понравился этот велосипед, он продается у нас в профиле Авито. Профиль Авито у нас указан в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. Ждите новых видео. До скорого!